Диспансеризацию проходят студенты Хабаровского торгово-экономического техникума. В своей очереди в кабинет ждет Софья Радышевская. На здоровье девушка не жалуется. Проверку считает профилактической. Решила прийти, потому что это удобно и не надо, то есть, никуда уходить. То есть можно между парами сразу прийти, пройти и все. Никуда не надо ехать и проходить. Следующий проходим, девочки. Присаживаемся на стульчик. Выездную диспансеризацию проводит медицинская бригада клиника диагностического центра. Удобно, что в техникуме для этого предусмотрен медицинский кабинет. Все исследование занимает не больше 20 минут. Пациенту проводим электрокардиографию, далее забор крови на ВИЧ, общий анализ крови, биохимический анализ крови. Приглашаем к себе на прохождение маммографии, если это пациент подлежит по возрасту. Выездная диспансеризация – нововведение, которое появилось в этом году. С начала года таким способом врачи осмотрели уже более 900 человек. Заблаговременно мы договоримся с учебным заведением либо с предприятием о датах проведения выездной диспансеризации. Формируются списки, и мы здесь направляем медицинских работников и проводим все необходимые манипуляции. В этом году по плану диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры должны пройти более 900 тысяч жителей региона. За первые 3 месяца врачи уже осмотрели больше 200 тысяч человек. Из них почти половина – дети. Диспансеризация помогла выявить у пациентов заболевания, о которых они даже не подозревали. За первый квартал выявлено более 1500 различных заболеваний, причем впервые выявленных. Из них почти 800 – это заболевания сердечно-сосудистой системы. То есть это те заболевания, которые на первом месте стоят по смертности не только на территории Хабаровского края, но и на территории Российской Федерации. Диспансеризацию прошли 35 студентов торгово-экономического техникума. 16 апреля к ним приедет врач-терапевт, который каждому индивидуально расскажет о его здоровье и даст рекомендации. Арина Солдатенкова, Тимур Новоселов для «Большого города».